Куиздар голуби, да? Усами шевелит. А меч такой у него нехилый. Эй, тебе еще в КамАЗе надо? Сейчас прыгнет. Только не в лицо, сука. Зайдем с другой стороны. Алло, чувак, ты делаешь вид, типа ты умер? Или что ты часть КамАЗа? Вон лапы шевелит. Ну, он и усами шевелит. Оп, есть контакт. Ну, покажись теперь нам. Ох ты, красавец какой. Ну, у него крылья, это, наверное, саранча все-таки какая-то, нет? Я вот вообще ноль в этом деле. Глазки красивые такие. А, выпустить, пусть летит себе с Богом, да? Интересно, свалит, нет? Или будет сидеть броню дальше нарубать? Ух ты, мерзость-то какая! Такая мерзость вообще. Он про меня думает, что я вообще уродец, блин, первой гильдии. Смотри, смотри. Лапы чистят. Чего вот он так стал? Ящик его загнулся. Это он пугает меня. Говорит, я тебе сейчас ворот хуйнем сделаю. Ты что, говорит, лезешь ко мне? Ну ты бы летел уже, братан, по добру, по здорову. Тебе, правда, здесь ничего не угрожает, но... Смотри, что он делает, да? Лапы чистит. Сосет или жрет он ее? Чистит, как сосет. Слышь, ты чем занят? Тебе что, тут по кайфу, что ли, или что? Может, он это, не лапу? Он жрет себя, смотри. Да ну. А что делает? Эй, чудик. Ты что творишь-то? Не, почистил. Болела, наверное. То он, типа, он в гостях должен быть чистоплотный. Ну давай, лети уже, блин. Домкраты у него неплохие, да? Маленький. А? Маленький? Бывает больше, что ли? Конечно, саранчики, блядь, такие лапы мощные. А тут какие-то жиденькие. Ну, короче, ладно, улетит сам по себе.